Ну ты не башкир, ты, может, татарин немножко. Мне насрать будет. Я метис. Во мне есть башкирская кровь, татарская кровь и русская кровь. Я могу про любую, блядь, шутить. Никто мне, сука, не может запретить про кого-то там хуйню болтать. Я потому что всю жизнь живу с татарами, с русскими и башкирами, и мне вообще насрать как-то это. Там кто обижается, не обижается, блин. Я и то, и другое, и третье, мне вообще похеру. Даже я придумал шутку про русских, башкир и татар, как одного от другого отличить. Ну, примерно. Могу даже рассказать. Это такая целая история. Притча, я бы даже сказал, познавательная. Это пример. То есть, представьте себе, вы сидите в комнате. И в комнате вот ни хера нету, кроме двух табуретов. На одном из них сидите вы, на другом лежит книга, ваша книга. Она ваша, вы ее сами купили. И вдруг заходит человек, который начинает вам пиздить. Он пиздит, но красиво пиздит, и вы этого не замечаете. То есть, как он вас пытается наебать. В итоге получается так, что он вас наебал, книгу, соответственно, забрал. И как бы вы книгу проебали, но вы этого пока не осознаете. Потому что человек, который вам пиздил, был очень хитер. Знаете, кто это такой? Это, скорее всего, татарин. Татары умеют именно так пиздить, что они хитрые, они хитрее, чем башкиры и русские. Это я вам точно могу сказать. Вот. Второй пример. Опять же, вы сидите в комнате, у вас опять же книга есть, и к вам заходит человек и начинает вам пиздить. Но при этом пиздит так неаккуратно, что вы видите, как он вам пиздит. Но вы человек воспитанный, все равно даете ему эту книгу, блин, лишь бы отъебался, как говорится. Это, скорее всего, башкир. У башкиров не получается пиздить, они как-то, не знаю, они пытаются быть хитрыми, но они, блядь, больше наглые, чем хитрые. Я хуй знает почему, но обычно так. И это был второй пример. Ну и третий пример. Заходит человек, тупо берет книгу и уходит, блядь. И ты говоришь: «Эй, стой, ты что, охуел, что ли?» Он говорит: «Пошел ты нахуй, блин. Это русский». Ему вообще пиздить не надо. Он, скажем так, немножко туповат для того, чтобы быть хитрым. Он просто тупо приходит и берет то, что нужно. А если, ну, он может врубить дуру еще, есть такой момент. То есть он может дурака врубить и сказать: «Чё, это твоя, что ли, книга? Да иди ты нахуй», там, типа, вот что-то в этом плане. Вот. Это. И вот примерно так я. Ну, просто я в Башкирии живу, я вот это все вижу, и вот примерно так я со стороны это вижу. Все друг друга наебывают, блядь. Вот просто все друг друга наебывают. Все друг у друга пиздят. Кто-то пытается кому-то что-то продать, кто-то кому-то пытается что-то всучить постоянно. И вот это, блин, повсеместно просто. Это вот с 90-х годов повсюду идет и идет. Ну, может, потому что я в 90-х годах именно вырос, но именно так я это вижу.